Привет, ребята, это Маша. Сегодня мы будем спрашивать у собеседника, откуда он родом. И мы с вами выучим, как всегда, наш мини-диалог. Вы готовы? Поехали! On y va! Итак, наш мини-диалог. Повторяйте за мной. Дуэчи, откуда ты? Je suis de la Russie. Я из России. Et moi, je suis de l'Espagne. А я из Испании. Si tu es de l'Espagne, pourquoi tu parles français? Если ты из Испании, почему ты говоришь по-французски? C'est que ma grand-mère est française. Дело в том, что моя бабушка француженка. C'est elle qui m'apprend à parler français. Это она меня учит говорить по-французски. А теперь повторим весь диалог без перевода. D'où es-tu? Je suis de la Russie. Et moi, je suis de l'Espagne. Si tu es de l'Espagne, pourquoi tu parles français? C'est que ma grand-mère est française. C'est elle qui m'apprend à parler français. Ну вот, теперь вы сможете спросить у вашего собеседника, откуда он, и ответить на вопрос, откуда вы. Повторите этот диалог несколько раз и практикуйте. На сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Встретимся в следующем видео. Арьето! До скорого! Ну вот, теперь вы сможете поговорить с вашим собеседником. Какой собеседник? Собеседник. Или собеседник.